Экскурсия к тетлюде на дачу. Тетлюда. Сидели, сидели и решили сходить тетлюде. Делать нечего, не устали. Ой. Очень высоко. У нее трава в росе после дождя. А что же я в сланцах-то пришла? Ну ладно. У нас дождик прошел. Вот. Кого? Траву? Траву. А это, эту я не трогала. Угу. Так. Тетя Люда живет прямо напротив инспекции. Нас. Инспекции, да? Тебе картошку скоро уже пора копать. Приглашаю всех детей, скажите, картошку рыть. Вон, пора уже рыть картошку, да. Вот я и баклажаны давала тоже. Это самое. Она сажала. Ну, а хорошие ты баклажанчики. Близко посадила друг от дружки. Видишь, близко прям. Она близко. Да. Капуста выросла. Зато капуста хорошо растет. А для капусты очень. Бабушка давала ей много рассады. Любит... Идет смотреть свою рассаду. Любит... Слышите, да? Ой, я не могу над ними. Ладно, почти дождливую. Так. А это я со своими сапогами могу напачкать. Тетя Люда, она тебя уже напачкала. Она тут моет линолеум, моет линолеум. Я не могу. Я наследи. Так я ее подметаю. А надо мыть ее. Так она и моет, ты разве не видела? Ладно. А вот это вот? А это вот я иду семенами посадила. Семенами она. Ничего себе. И она, по-моему, вот эта вот капуста она, с семенами. Цветная капуста, вот эта. А мне кажется, вот эта цветная. Мне кажется, цветная. Ой, нет, господи. Вот эта, по-моему, цветная. Ну, смотрите, крыжовник. Ага. А это вот у нее огуречный. А вон я его отсюда вижу. Огуречный? Я его отсюда уже вижу. Мам, а полно. Что, огурцов? Крыжовник огурцов. Тетя Люда нас пригласила за крыжовником завтра собирать. Ой, да я туда не пойду, я в сланцах. Ага. Мам. Я отсюда вижу, вон он. Но он в парше у тебя весь, тетя Люда. Дай. Ну, ой, перезрелый. Перезрелый. Да. Ну ты что, не собираешь-то, правда, его? Совсем жалко. Ты знаешь, вот я говорю, нынче я вообще не хочу. Раньше как-то ну, я... Ну, давай тебе нарвем сейчас, поешь хоть крыжом. Не хочу. Я пробовала один раз. Ну, какая-то. У меня хорошая. Смотрите, какой крыжовник. Она вообще вот ей... Ой! Да, мам, он перезрел. Посмотри. Перезрелый. Посмотри. Смотри, что. Надо его искать, который, может быть, который не перезрелый. Уже переспелый. А это что за... Как вино. Это что за кислота? Не знаю. Так это, наверное, дыня у тебя. Не ты. Это дыня. Это дыни. Это дыня у тебя. Тетя Люд. Ну, на пакете было написано. Ну, лист, тыква. Говоришь, это дыня, нет. По-моему. Нет, если бы это были дыни, у меня а бы сейчас... Дыни. У меня бы сейчас руки пахли. Дыни. Нет, это не дыни. Это тыква, тыква. Посмотрите, у нее яблочки вон висят хорошие. Белый налив. Вот они. А кто это такие пролетели над нами? Это не вороны. Вот ты посмотри, не раз куст, два, три, четыре, пять, шесть кустов не собирает ничего. Так, ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Ой. Я тебе говорю...
А знаете? Я не могу вот над мамой. Было два, и вот тут вот один, вот, по-моему, вот этот средний один. Тетя Люд, я вижу, у тебя ничего не собрано. Гибель урожая. Ты же на даче на своей собирала все? Гибель урожая. Вот именно, что у меня в этом году нет крыжовника. Он, ну не надо, а представь, что это... Ой, какие котятки! Мам, ну ты посмотри на них. Вон они. Сейчас я их... Какие котятки! Ты знаешь, окошко вон там один раз играла с ними. Ой, какой! Это ее дети такие. Вот она к нам ходит постоянно. Вон, побежал, побежал. А где они живут-то? Где они живут? Там? Да. Ага, они, вот она, мама молодая. Ходят, она их тоже кормит. Вот, ну ты посмотри, мам, сзади тебя. Смотри, какой черныш. Черныш, черныш. Идет домой. Домой пошел. Черный кот ее. Ой, я не могу. Я не могу. Вот какая красотулечка. Вот он какой. Алименты платят? Алименты, говорит, платят. Муська. Муська. Ты что же, у тебя котята, оказывается? Да. А у нее один или несколько? Смотрите, сосет у нее. Титьку сосет еще. Да, вот да ты что? Правда сосет титьку? Да. Так он большой уже. И их три. Три, да. Вот они, и сосут ее. А я вот скоро она уже совсем повянет. И она это будет картошка, собирать. Картошка, да? Ты подкапывала? Сухо. Подкапывала? Да, немножко. Есть там маленько. Слушай, какой неслушник. Бегает она за ним. Ага. Она за ним. И дальше чистит себя. Да, клубники, тетя Люда, у тебя много. Много, конечно. Да. Много клубники. Но она у тебя ранняя, да? А ягод уже нету. Ну, конечно, ни у кого нет. А торпеда-то тебе? Вот здесь вот... Не надо, пусть растут. Вот здесь вот третий. Да. А это все сосет лежит. Ой, я не могу. Вот это да. Никак не отвыкнут от титьки. Так и ходит за ней. Ну, надо же. Ты уж большой. Ты чё? Ой. Вообще. Ну, правильно, если у меня сын тоже, он до 2,5 лет всю титьку сосал. Я его гладила, и он это самое. О. Сейчас опять раз и к тите. Вот что он хочет. Вон он. Да, яблок много, тетя Люда, тебе. Вот ты посмотри, сколько яблок. Ты видишь? Слушай, да как же ты справляешься? Собираю каждое утро. Тетя Люда, ты какая рукодельница-то? Утром ведро набираю. Да? А днем по несколько штук. Ты представляешь? Ты посмотри, опять к тетеньке. Да пускай, ну она один. Надо же. Да вон она там стоит, на дерево смотрит. Да, молодец. Ноги болят. Но вот все равно человек, ноги болят, живет на даче и двигается потихоньку. Все делает. Знаешь, вон у нее вот какой именно, огород. Вот хоть девочка, но все-таки хоть что-нибудь. Да, тетя Люд, молодец. Дома делать нечего. Дома делать не надо ничего там в городе делать себе. А живи там, здесь. А что там делать? Дом только пол помыть. Mm-hmm. Сидеть, сижу на диване, хожу по квартире, mm-hmm. к окошку подойду и стою. Да. Ой, а где Маша? Да вон она, твою территорию смотрит. Вот у тети Люды 8 соток, вот до этого места. Вот, а там уже, раньше тоже у нее ее была, а потом у нее муж умер, она бросила. Ну пусть выращивает, это же не ее лук. Она не знает, что с ним делать. Надо было это самое, его сразу стрелки выдрать. Вот Алла насадила. А там вон капуста, а там немножко картошки. А трава-то, видишь, какая? Да, трава красивая. Яблочки, тетя Люда. Вот. Да я знаю. Я хочу показать вам белый налив. Смотрите, вот настоящий белый налив.
белый налив. А вот раз, два, три, четыре, маленькие. А он маленький, а сухой. Правда, так пахнет вообще. Да. А это видишь? Белый налив. Вообще. Настоящий. Надо у тебя базилик немного порвать, вообще, чтобы он кудрявый был. Мам, нарви, нарви. Нет, тут, ну правда, базилик, ты надо за ним это, его рвать. Его надо, когда цветочки, эти цветочки срывать, чтобы он раскудрявился. Понимаешь, я и то и дело обрываю его, и он тогда будет как деревце. И не допускать он там цветочки, которые, и он будет это. А ты суши. Сегодня это, весь правда, день пасмурная суши. Погода. Она полезная. Будешь в пищу добавлять вот эти вот листочки, да? А вот мам, базилик, тут люди дала. Она с ним ничего не делает. Это я все время сушу. Это очень оригинальный вкус получается. Надо, прошла вон там и вода. Ну а как же, конечно, вода. И воды попала, вот по этой шла. Так, ну все, наша экскурсия закончилась. У тетя Люда ноги болят. Горох на семена уже сажает. Горох на семена. Тетя Люда, ты что не собираешь, правда? Выращивает на семена она его. Горох? Она его не собирает. Твердый стал. Ну, дочь, говорит, приедет, соберет. Когда она приедет? Ой. Здесь еще не надо. Вот у нас картошка такая зеленая. Некоторые цветут. Видела, да, какая? Ну, мы не знаем, какая у нас будет. Тетя Люда, а у тебя вот эта черешня, да? Вот эта вот. Да, угу. Моя черешня. А нынче нет. Ее нету, я что-то смотрю. За вас моя черешня. Нет, ну такое дерево, посмотри, какое большое. Ага. Потому что климат здешний. Тетя Люда, у тебя как в саду прям. Настоящий сад. Как баобаб. Как баобаб. Вот она его лижет, лижет, облизывает на любовь. А кошка, вот, ты знаешь, бежала и на яблоню залетела. Ну, она за воробьем, да. Ну, они для этого вот, кошки... Вверх ногами, вверху у него, вот, вверх ногами. Ой, это его. Я говорю, вон там она один раз играла. Ой, нашла где, прям в грязной траве там. Ага. Уж больно а он на спине лежит и титьку сосет. Да. Я-то думала, он просто лежит так. А нет. Сиди, моя, сиди. Вот так. Он в любой момент он это самое выжидает, и ему хочет молочка. Да, да, но да. Мы ее, дорогие мои зрители, мы ее постоянно кормим. Так что не пишите ничего, накормите, напоите. Постоянно у нас она. Ой, я не могу. Лежит и сосет. Ну, они сами себя. Они растут. Они здесь не приходят. Тетя Люд, хорошо, на даче все у тебя нормально. Да? Да. Такое тут умиротворение, такое спокойствие, такой вот, ты знаешь, прелесть. У меня это лис. Душа? Что столько травы. Да успокойся, господи. Я же говорю, надо нанять и побреют эту траву быстренько. Вот. Раз один и за титьку. Ага. Выжидает момент и бежит к ней. Она уже не сопротивляется. Ну, мама ведь, да что теперь? Так он взрослый уже, большой. Да. Так, ну ладно, все, спасибо большое вам за экскурсию. Ой. Идите туда отдыхай, у тебя, правда, ноги болят. Да? На ночь еще помажу. Утром мазала. Угу. Вот днём мазала. Понятно. Там немножко осталось. Вот она всё. Не хочет, а он опять. Она от него, а он туда. Да. Так, все, пойдем, мам. Пошли. Мы уходим отсюда. Здесь вот мы машину иногда люди загоняем. Что ты там такой? Я по траве хожу. Здесь замочку такой. Ой! Зачем, говорит, ковры портить? Обошла. Вот между ними вот уже сапоги. Там вон еще кот какой-то бежит по проезду. Это, наверное, муж ее. Вон она. Сейчас увидит и к нему побежит. Серый, да?
Нет, черный кот. Вот ее любовь. Пошла, да? Бросилась дитя, пошла гулять. Пошли. А вон этот... А он не выбегает, да, Светлют? Ага. Он не выбегает? А то ему так машина едет, его могут сбить. А он черныш? А машина едет? Да нет. Нет. Ну все, Светлют, мы пошли. Вот она к нему, а вот он... Светлют, ну все, ты еще зайдешь к нам сегодня? Нет, все уже. Ну давай тогда до завтра. Давайте, ага. Вот, вот наши ворота, а вот наши Цветлюды рядом, прям напротив. Вот. А вон черный кот за углом. Живем тут как родственники. Жил да был черный кот за углом. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. И кота ненавидел. Малина уже на дорогу выходит. Подвязывать надо. А говорят... Смотрите, какая сиреневая веточка у нас уже. Веточка сиреневая. Красивая, да? Вот так заборчик у нас уже страшненький смотрится. Красиво. Ой, да? Класс, бля, вообще. Вот просто такое растение на все случаи жизни. Вот раз и красиво. Посадил и всем приятно. Ну ладно, тетя Люд, давай, пока. До завтра. Спокойной ночи тебе. У нее на уме тут еда. Что-то я устала. Только еда на уме у нее. Так, ну все, мы на даче. Дела делаем дальше. Ужин надо готовиться.